такие непогоды. Ой-ой-ой. И это практически май. Без двух дней май. У нас на соседних участках удобрение. Теперь у нас непередаваемый аромат овна. Вот. А вон наши ребятки пасутся. А, вон у нас тут что? Мороз и солнце, день чудесный. Да, вот орлы сидят. Где-то там курица. Сейчас пойдем проверять, как там курица. Вот так. Вот я не могу, мой благородный охранник. Буф-буф маленький. Басар, буф-буф. Тетя моя, что такое собачье благородство? Лежит, охраняет. Ругается. Иди, покажись, что ты там живешь. Миска вся грязная, а то она копала зачем-то. Ну. Курочку слышно, но не видно. А я обхожу, он убегает. О, вот видно. Вот он. Остатки хвоста задирает, бедный. Я ему удалила сломанные перья, чтобы быстрее одевался. У него их теперь так мало. Задирает. Старается. Вот. Ладно, все. Да-да-да-да, грозная курица, да. Бяк-бяк-бяк. Бяк-бяк-бяк. Бяк-бяк-бяк-бяк-бяк. Ну, хорошо. Беспрецедентное. В силе несов. Не только показывают, но и продают. А мы ищем нашим совятам финансовых кураторов на время их роста, развития и взросления. Естественно, сов мы никуда не передаем. А посещений тоже никаких нет, потому что это птицы для выпуска в природу. Вот. Но так как непонятно, что у нас там будет по финансам, по стройкам, по всем остальному. Очень бы хотелось, конечно, найти какие-то постоянные источники финансирования, хотя бы для постоянных или как бы условно постоянных животных. Вот, поэтому у нас есть ух. Ух, да. Так. Плюх. Плюх. Плюха все хуже всего у него с этими перьями, растущими там косяк. Скорее всего, будет вторая линька, непонятная пока. Чух. Чух-чух, да, самый какой крупный сов. Вот. И Нафаня. Ну, я так решила. Можете на самом деле переназвать. В правах сововладельца переназвать сову. Финансировать покупку мышей. Что еще? Ну и радоваться от того, что скоро сова вырастет, пойдет жить в лес, и ему не надо будет покупать мышей и финансировать сов. Вот. Все оставленные в неволе совята у нас на выкорм с какими-то были сложностями, проблемами. То есть кто-то тонул в луже, кого-то побили вороны, и действительно были травмы и есть. То есть они все разной степени там леченые, обследованные. Вот этот вот вообще непонятно, что с пером хочет выдавать стресс-линьку. Второй тоже вон хвост сбросил. Но обычно такие проблемы все-таки рассасываются потихонечку со временем в вольере. Вот. И, в принципе, птичка будет, скорее всего, все выпускные. По крайней мере, пока нет никаких оснований предполагать что-то другое. Вот. Поэтому, если вы вдруг захотите стать финансовым куратором, совушки. Мы сейчас купили мышек. Одна мышка стоит 50 рублей. Мышки не очень крупные. Штучки 4 в сутки совенку надо. Вот. Ну, соответственно, вы можете сами посчитать месячное содержание. Можно всех вместе, можно по одному, можно двух, можно половину совы. В общем, как хотите. Меня просто очень интересуют какие-то постоянные люди, которые, допустим, в течение там, ну, понимая того, что это совы у нас просидят 2 где-то месяца. Вот, если ничего не пойдет плохо,
можно было бы пораньше, но я еще раз говорю, видите, они как бы все пострадавшие, они часто имеют проблемы с оперением, потому что оно росло вот на стрессе, на какой-то худобе, еще что-то такое, то перо может быть плохое, и, возможно, они его стрессово полиняют еще в этом году. Вот, поэтому надо рассчитывать на 2-3 месяца. Ну и, соответственно, хотелось бы, чтобы в эти 2-3 месяца спокойно иметь мышей, принимать новых совей, и не только совей, и не запариваться, не бояться того, что у нас что-то куда-то не хватит. Вот так. Вот. Так что пишите нам на почту. Я снизу под видео оставлю там все контакты, если вы хотите. Вы, ваша контора там. В общем, пишите, короче, если вы хотите усыновить на время сову, стать временным опекуном, обращайтесь к нам. У нас есть сов. Можно почувствовать себя владельцем совы, при этом избирать какашек, кишок мышей на подушке и всяких таких вот прелестей. Вот видите, какие они любвеобильные и гостеприимные. Все, не буду их тревожить. Так. Это кто такой красивый? Ой! Брюк! Все. Полечилась. Пореабилитировалась. И выпустилась. Эта канава не высыхающая. Есть глубокое водное сообщение. Мы специально выбрали. Все, она нырнула. Смотри, где вынырнула. Щи. А, вон вынырнула. Вот это не мелкую выдачу. Видишь, да? Тоже. Видишь ее? Да. А-а-а. Из шок. Воды на мелкую голову выдры похоже. Да, вообще не похоже. Грызун типичный. Бульк. Где? Не знаю, где. Надо смотреть. Поищи. А, вон, под деревом. Да, под деревом. Вот она. Вижу. Все, отлично ныряет, отлично плавает. Все прекрасно. Давай. Вот, и недалеко от нас можно будет тут ей оставлять всякую морковеньку. Вот. Так, все. Давай вот с собаками будем гулять, ура. Или морковку будем приносить. Нет, с собакам сегодня надо ходить. Нет, когда с собаками. Ну, там кому-нибудь сейчас поем собак. Ну, вот так вот пьет. Что такое Манька? Манька Андатра. Честно говоря, даже по полу не спросила Машу, кто. Надо будет спросить, кто по поводу нашего Андатра. Я так и не заглядывала. В живот. Все. Отлично ей. Пойдем, не будем мешать. Оставим еды и пойдем.